О готовности профильных министерств к пожароопасному сезону говорили сегодня в правительстве Алтайского края. Мобилизованы все силы. Если в прошлом году на конец апреля в Алтайском крае было зафиксировано 30 возгораний, в этом всего одно. В минувшие выходные лесной пожар площадью около 3 гектаров ликвидировали в Хабаровском районе. Фактически мы их переводим в режим повышенной готовности и создаем все условия для молниеносной, будем называть так, реакции на все возникающие случаи по возгораниям на землях лесного фонда.